Классно работать. Тема урока — физические явления. Этими словами начинается первый в новом учебном году и первый в жизни семиклассников урок физики. Физика – это наука о чем? Вот мы говорим масштабные. О движении, еще о чем? Движение вокруг нас происходит? Происходит. Учительница тоже новая. Дарья Кошелева, бывший преподаватель Плехановского колледжа, приехала в Каленово вместе с мужем и двумя детьми по программе «Земский учитель». Переехать в Ярославскую область подальше от крупных городов планировали давно. Признается, программа стала даже не стимулом, а толчком к переезду. Мне кажется, что если ты свою профессию любишь, если ты ей живешь, если ты ради этого меняешь все в своей жизни, да, то, наверное, можно найти подход к каждому ребенку. И существенной разницы я не заметила. Поэтому, мне кажется, и там это в любом случае моя профессия. Школа в Каленово рассчитана на 165 учеников и обслуживает еще несколько населенных пунктов в округе. Своего учителя физики здесь не было давно. Помогал педагог из Переславля, но с этого года он отказался от постоянных изматывающих поездок на автобусе. Школа подала заявку на участие в программе «Земский учитель» и выбрала себе лучшего из кандидатов. Дети в восторге. Во-первых, они уже давно ждали молодых учителей, а это учитель молодой, 36 лет. Перспективный. Ее конек – это исследовательская деятельность, и я думаю, что наши дети будут еще активнее участвовать в различных предметных олимпиадах, в конкурсах исследовательских работ. Федеральная программа «Земский учитель» начала работать с января этого года. Ярославская область открыла 14 вакансий и получила более 170 заявок со всей страны. Среди победителей конкурса – москвичи, петербуржцы и саратовцы. Каждый участник данного проекта, проекта «Земский учитель», получает компенсационные выплаты в размере 1 миллиона рублей. Эти средства можно потратить по своему усмотрению. Обязательным условием является то, что работник должен отработать 5 лет. Сейчас уже большинство трудовых договоров заключены, идет, наверное, знакомство, встречи и начало работы тех педагогов, которые приступают к работе в наших учреждениях. Иван Сайнов, Антон Комаров. День в событиях.